Всем привет! Август богат на танковые праздники, а там, где праздники, там и бонусы. Что именно вас ждет, сейчас расскажу. В первые выходные августа Wargaming отмечает день рождения. С 5 по 8 августа вы получите бонусы ко всему, что связано с экипажем. От утроенного опыта экипажа до боевой задачи на дополнительные места в казарме. С 12 по 15 августа день рождения отпразднует уже мир танков. По этому случаю будет специальная акция, а в ней много интересного, о чем я расскажу в отдельном видео, не пропустите. С 19 по 22 августа пройдет историческая акция в честь 75-летия подвига Зиновия Колобанова. Вас будут ждать боевые задачи на удвоенный опыт, памятную надпись и оборудование. Продолжатся и двухнедельные акции на разные ветки техники. Первого счастливчика вы выбрали голосованием сами. Поэтому с 1 по 15 августа скидки и бонусы к прокачке экипажа будут действовать на ветку немецкого СТ «Леопард-1». А с 15 по 29 августа точно такие же бонусы распространятся и на ветку старичка ИС-7. Обязательно заходите на портал и выбирайте счастливчика сентября. Именно вы решаете, на какую ветку будут действовать скидки и бонусы. Также на портале будут подробности всех акций. На этом у меня пока все. Летнего вам настроения! Оставайтесь с нами, смотрите свежее видео. Кликайте на окошки внизу. Увидимся совсем скоро. Пока-пока!